В Магадане увеличились случаи убийств. В основном преступления происходят под воздействием алкогольного опьянения, говорят специалисты. Такие нечеловеческие по меркам морали действия не проходят бесследно, и сотрудники полиции находят преступников по горячим следам в кратчайшие сроки. Оперативно задержаны все злоумышленники, причастные к совершению преступлений. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и проверочные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. В некоторых случаях о преступлениях становится известно от жителей города. В случаях угрозы жизни или обнаружения противоправных действий можно обратиться в систему экстренных оперативных служб по единому номеру 112.